В игре лабораторно подтверждено 8 новых случаев COVID-19. Из них 6 причастны к выявленной заболеваемости в Ханты-Мансийском районе. Один человек в Ханты-Мансийске, один в Нягане. Информацию озвучили в оперативном штабе. Есть и хорошие новости. Медики Сургута вылечили 2 югорчан, у которых ранее была подтверждена новая коронавирусная инфекция. Они выписаны из Сургутской окружной клинической больницы. Все контрольные анализы пациентов показали отрицательный результат на COVID-19. По данным медиков, пациенты, которые сейчас находятся на лечении, переносят заболевания в легкой и средней степени тяжести. Вчера из Сургутской окружной клинической больницы 2 пациента выписаны. Много вопросов о том, а вот дальше они носители, не носители. Нет, критериями выписки являются 2 отрицательных анализа на наличие коронавируса. Поэтому только после этого пациенты выписываются из стационара. Вот. О новых пациентах тоже обращу, наверное, внимание в первую очередь на то, что среди них более половины – это те, кто заразились инфекцией, не выезжая за пределы Российской Федерации. Вот. Поэтому прошу вот каждого обратить на это внимание. Когда говорим о мерах самоизоляции, почему это может коснуться каждого, вот сегодня уже это не только туристы, прибывшие из-за рубежа,